Всем привет, друзья! Наконец-то мы сняли ролик. Вы можете его прямо сейчас оценить, а перед этим я вам хочу сделать несколько объявлений. За все это время я создал свой канал, свой личный, веду там автотематику, снимаю про эту BMW, как я ее пытаюсь восстановить. Если вам будет интересно, можете перейти по ссылке в описании. Ну а пока не буду вас томить долгими разговорами. Давайте посмотрим, что у нас получится. Поехали! О, девушка, здесь бардак у меня. Можете вперед сесть, пожалуйста. Прошу прощения. Работы много, в машине живу я целыми днями, представляешь? Ничего страшного. Чемодан у вас там такой интересный. А, да. Все думают, бомбу вожу. Вот если скажу, что в чемодане, не поверишь. Знаешь, что там? Вот не догадываешься? Там на самом деле у меня бомба. Да нет, шучу. Шарики у меня там. Шарики. Шарики? Воздушные? Да. Воздушные шарики. Люблю воздух, это, качать в себя. Ну, ой, то есть этот... Шарики. Шарики, да. Вот. Я, знаете, что это? Прошу прощения за мой английский, как говорится. Я этот запломбировался недавно здесь. Ой, этот зарегистрировался, короче, недавно здесь. Вот решил вот такси подработать. Дорогу хрен знаю, то есть, ой, не знаю. Вам этот, как он, Дубалькис, блядь. Да он там по-русски трындит, я не понимаю, что он говорит. Наверх, направо, налево, говорит мне, заверни туда-сюда, я вообще не могу, я меня это бесит. Вообще, ладно, слава богу, что кондиционер в машине работает, хоть не так жарко. Так холодно сейчас у нас. Я тебя умоляю, 25 градусов показывается холодно. А, еще представляешь, с утра из машины выхожу, на машину насрали, голуби насрали. Представляешь? Не, я не могу, я, конечно, не хочу сказать, что BMW говно. Но это уже какой-то знак, ты понимаешь? Вообще бесит меня это. Так, ну, бывает. Не, ты не... На что срут? Ну, на машины. Не только на BMW же. Слушай, не знаю, была у меня там, этот... Другие машины были, на них не так срали. На BMW срут, бля. Прям на значок 3 раза насрали. Вот такую какашку положили. Вот потом, видишь? Вот прям посмотри, хорошо? Вон у тебя, вон на окне дыр, вот видишь, 1, 2, 3 какуля. У меня вот здесь, я здесь уже стер. Вон какуля, вот здесь, смотри, все в какулях. Эти голуби, блядь, отстреливать их надо. Может, им тоже ваша машина понравилась? А что на нее срать, что ли, тогда, я не понимаю, понравилась машина, просто сфотографируйся с ней, я не знаю, там, в Инстаграм выложи, что на нее срать-то на машину? Вообще не могу, я, понимаешь, устал я от этого говна обстрела, в общем. Вот так вот. Ух. Нет, ты не смотри на меня. Я, может быть, я таксист. Ты не смотри, что мы вот на такой тачке. Крутая тачка у меня так-то. Тачка крутая. Ты не смотри, что ей 20 лет. Она, это зато BMW, понимаешь? Беха, 7. Мы вот сейчас как на педаль нажмем, все сразу разбегутся, я тебе говорю. Может, не надо? Ну ладно, не будем, хорошо. Там машин много для людей, мало ли. Как-то страшненько. Музыка есть, музыка, все здесь, фиф. Я еще, знаешь, потом тебе одну фишку покажу. У меня в багажник 2 человека влазит, представляешь? 2 человека в багажник влазит. Я тебе говорю, там жить, там спать можно. Когда там в свое время должников перевозил, так они там, блядь, как на курорте отдыхали у меня в багажнике. Я тебе серьезно говорю. Представляешь? Вот так вот. Я, между прочим, я тебе могу сказать одно. Я в свое время крышу держал. Да, знаешь, что держал? А? Что? Вот ты ни за что не догадаешься. Вот ты думаешь, что я крышевал у нас здесь в Перми. А? Знаешь? Чего не догадываешься? Просто это самый выгодный бизнес был, вообще я тебе говорю. Это уличные туалеты, это тема, я серьезно говорю. Уличные туалеты? Да, крышевал их, ты что? Уличные туалеты мне приходилось крышевать, чтобы, сейчас я объясню, чтобы в уличные туалеты бесплатно люди не ходили, понимаешь? Что? Ну да. Поняла? Ну, примерно, да. Вот. Потом, короче, эти торговых центров настроили, все люди туда бесплатно в туалет ходить стали. И все скучно уже не то, понимаешь? 90-е уже не те, я тебе хочу сказать. Ну, более удобно, чем когда на улице. Ну, я с тобой согласна. То есть согласен. То есть согласен. Но вот все равно как-то вот так получается, понимаешь? Слушай, блин, сегодня погода удалась на улице. Просто я вот тебе хочу предложить. Давай выпьем вместе, а? Нет, спасибо, я не пью. Да, я не, время ты свое вообще не потратишь. Давай прямо сейчас с тобой выпьем. Выпьем. Сейчас. Как? В смысле? Ой, я тебя умоляю, что тут думать-то? Я тебе предлагаю выпить и все. О! О! Аж дымок. За рулем так-то пить нельзя. Что делаете? Я тебя умоляю, меня каждая собака здесь знает. Кто меня остановит? Я права еще. Забыл тебе сказать, у меня же прав-то нету, кстати. Лишили. За, кстати, вот лишили. Но ничего страшного. Мы на бандитском... Вы часто за рулем пьете? Когда жарко только, и только с красивыми девушками. Как вы тогда вообще в такси работаете? Тоже и без прав. Может, вы не будете пить? Ой, я тебя умоляю, мы уже почти доехали. Тут сейчас мне в голову ударит, маленько расслаблюсь, можем еще чтобы прокатиться 200, как дадим с тобой. В сиденье как впечатает, мама, не горюй. Такие ощущения испытаешь, я тебе говорю. Будешь? Нет, спасибо. Может, мне где-нибудь пораньше высадить? Да ты не переживай, мимо, он уже приехали, этот театр Малета, балета вот этот. Ой, вот знаешь, как хорошо, что у меня в машине этот есть. Подстаканник. О, четко, да? Ну, нельзя же так. Как работаете, людей разводите, зачем вы пьете? Я тебя, вот знаешь, некоторые люди, они когда выпьют, у них третий глаз открывается. Они сразу водить начинают лучше. Я вот если сейчас начну вот так вот ездить, ты сразу попутаешь просто. На педаль нажму. Не надо, не надо, пожалуйста. Давайте где-нибудь да, здесь, пожалуйста, высадите меня. Я забыл, мы проехали чуть-чуть с тобой, ну ладно. Ну можно здесь, просто здесь высадите. Вот здесь просто? Ну, не на пешеходном. Ладно, девочка, вы на меня не обижайтесь, ради бога, я вас очень прошу. Ну как, ну нельзя пить за рулем, как так? Самое главное, вы никому не рассказывайте, ладно? Договорились? Я постараюсь. Сколько с меня? 100 рублей. Сегодня прямой день. Ой, сейчас. Да не пейте больше за рулем-то. Ладно. Ладно, девушка, остановитесь. Деньги не надо, спасибо большое. Вас снимала скрытая камера, представляете? У меня для вас еще есть сюрприз-подарок. Это шоколадка вдохновения. Это вам, держите. И для вас у меня еще есть одна бесплатная поездка. В смысле розыгрыш? Да, на самом деле я нормальный. Вот мы... пиво бы пили. Да, это не пиво, кстати. Это лимонад. Я заменил пиво лимонадом. Прикольно, да, получилось? У меня аж сердце упало, когда вы достали эту бутылку. Ну, главное, что это, не пейте за рулем. Вы тоже больше не пейте за рулем. Спасибо вам большое, вы очень классно провели со мной время. Да, если спасибо. Что, заказывайте хачи, такси всегда для вас. Спасибо большое, до спасибо, свидания. До свидания. Подписывайтесь на канал. Изредка, не могу вам обещать, что очень часто, но ролики все равно будут выходить. Ставьте лайки, ну или дизлайки, мне все равно. Что хотите, то и делайте. Вам спасибо огромное за просмотр. До скорых встреч. Пока-пока.